Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня 6 декабря 2021 года. Израиль опять закрыт для туристов. Обнаружен новый вид вируса, о котором вы уже наверняка все знаете, рассказывать не будем. В общем, у нас опять грядут ограничения, а может быть даже и локдауны. Но это не помешало нашему дружному народу весело отпраздновать праздник Хануки, который заканчивается как раз вот сегодня, 6 декабря. И то, что потрясающе, оказывается, Хануку празднуют не только иудеи, но поздравляют друг друга с Ханукой даже христиане, притом очень много даже православных христиан. Да, я даже сам удивился, очень много людей отправились, зная, что я не отмечаю Хануку, что я православный, то есть отправили мне личные сообщения с поздравлением Ханука, и еще писали в кириллице «Хаг Самех», то есть это с праздником. И даже видел, что просто в ленте очень много православных людей, в том числе священников, поздравляют с праздником света, с праздником Ханука. Давайте действительно разберемся, как бы, в чем суть этого праздника. Неудивительно, потому что на самом деле у христиан, не только у православных, часто бывает такое представление, что если праздник иудейский, еврейский, значит он обязательно библейский, и обязательно очень древний. Аутентичный, древний, да. И даже если вы спросите любого такого среднестатистического, ну, более-менее грамотного, да, православного христианина, что такое Ханука, это было такое до Рождества Христова чудо в храме. Это в Библии описано. Вот сегодня мы с вами разберемся, что написано в Библии, что не написано, что за праздник такой Ханука на самом деле, почему его так любят христиане и правильно ли они делают, что некоторые даже его, ну, вроде бы как, празднуют, по крайней мере, так, поздравляют друг друга и так далее. И, наконец, как празднуют Хануку в Израиле и как это было в этом году. Так что вас ждут очень красивые кадры, очень вкусные кадры, так что те, кто берегут фигуру и борются с весом, прямо сразу выключайте это видео, особенно в конце. Вот. Ну и масса интересной информации от нас, как всегда. Ну вот, Рафаил, давай начнем вот прямо сразу так, возьмем быка за рога. Угу. Праздник Ханука, чудо, которое давай, произошло в храме. Вот то, что я знаю с детства, и, наверное, вы, да, кто верующие люди церковные, знают с детства, что был такой случай, был такой период, когда после уже Александра Македонского последующие эллинские цари, один из них, осквернил храм, началась война, один из священников, вернее, сыновей священника поднял восстание, и была самая настоящая война, Маковейская война, есть такая книга Маковеев, да, и вот когда храм, наконец, Иуда Маковей смог захватить обратно, он был весь разорен, и был погашен светильник, минора, то, что стоит перед святая святых, и, соответственно, бросились искать масло, и нашли всего один кувшинчик чистого масла. Его не хватило бы надолго, но решили все-таки зажечь, хотя понимали, что хватит этого всего на один день. И произошло чудо, масла хватило на 8 дней. Это действительно написано в Библии? Это предание. Это действительно древнее предание. Однако это предание уже нашего эры. То есть это предание, которое мы находим в Вавилонском Талмуде. Вавилонский Талмуд – это произведение, которое, то есть собрание, которое было собрано в Вавилоне, в Персидской империи в 6-7 веке нашей эры. Книга Маковейская – это действительно ранняя книга, которая не сохранилась в ивритоязычной Библии, в нашей православной издании сохранилась. И там, конечно, очень подробно описано о восстании Маковеев против Антиохии Эпифания. Это больше 100 лет после того, когда умер Александр Македонский. До этого иерусалимское духовенство еврейское жили, в принципе, нормально. Другое дело, что уже стало все больше и больше эллинистический мир. Иерусалим стал превращаться больше в эллинистическом полисе. Никого не заставляли при этом принять вот этот эллинский дух. Эллинский дух сам по себе был очень привлекателен для многих из евреев и даже для многих священников. И образовались вот такие разные партии. Одни, которые были категорически против
любые изменения в предании отцов, а другие, которые считали, что все-таки надо и построить гимназии, и делать много всего. Короче, весь IV век, да, Александр Македонский, это 333 год до Рождества Христова, IV век. Получается, с IV века до, в принципе, начала III века все было более или менее хорошо. То есть греки, никаких проблем у них не было с еврейством, и никакого гонения на иудаизм не было. Израиль находился, колебался постоянно между империей, которые были в Антиохии, то есть Селевкиды, и Птолемейцы, это правители Египта. Да? Короче, уже при Антиохии IV, то есть Антиохии Епифании, уже некий конфликт был и внутри еврейского народа и так далее. И, короче, все это, и он заставил евреев прямо насильственно отказаться от соблюдения суббота, от обрезания детей. Mm-hmm. Естественно, те, которые хотели устоять в вере, они восстали против него. Среди них было семейство вот Маковеев. И книга Маковеев, 1, 2, 3, 4, очень подробно все это описывает. Однако история, то, что ты только что рассказывал, и то, что все считают, что это самое древнее, о том, как маленький кувшинчик масла, который был должен был хватать на один день, и он хватал на 8 дней, такого нету ни в книге Маковеев. Более того, самый главный историк, который был священник Иерусалимского храма, который, если бы такая история бы была, он бы об этом точно знал, это Иосиф Флавий. Иосиф Флавий подробно пишет все, что можно про Маковеев и все чудеса. Это историк первого века, которым пользуются не только все историки, но и все гиды по Святой Земле, да, иудейские войны, иудейские древности, две таких главных книги любого хорошего экскурсовода. Так вот, ни у него, ни в Библии, то есть в книге Маковеев, как она дошла до нас, этого чуда не описано. То есть начнем с того, что первый миф о Хануке развиваем, это не чудо, описанное в Библии. Тогда где оно описано? Более того, хочу еще добавить, да, я расскажу, где оно описано, но дело в том, что даже в самом иудаизме есть определение о праздниках. Есть праздники, которые они мидеорайта, это по-арамейски означает из Священного Писания, и есть праздники, которые мидерабанан, то есть от раввинов. То есть возникли позже, не на основании Библии, закона Моисея, не на основании, а на основании Моисея. Предания устного или письменного, которое сохранилось у раввинов. То есть уже праздники, возникшие после Рождества Христова, иными словами. Да, я не говорю ничего против праздника, я просто, чтобы христиане подумали, зачем надо его на авторитета якобы какого-то древнего. Ну так и откуда же у нас сведения о чуде? Сведения о чуде, как я уже сказал, от Вавилонского Талмуда, который является, во-первых, это источник не Святой Земли, а написан в Вавилоне. У нас есть отдельный Талмуд палестинский, то есть иерусалимский, тоже еврейский, он не на арабском, он на иврите написан. Угу. А есть Талмуд, который писала диаспора, которая жила под Сасанитского царства, это... Да, персы тогда, это до того, когда они были... В каком веке примерно писался? Это материалы, которые собрались за несколько веков, но окончательно получили свою форму уже в 7 веке. 7 век. То есть, иными словами, этот праздник, скорее всего, был установлен, ну, где-то, наверное, тогда же, можно предполагать, в 5, 6, 7 веке. Нет, он описан в Евангелии от Иоанна. Это по-гречески «ханука» называется «энкайния», то есть освящение храма. Обновление храма, да, но да. В Евангелии ничего не сказано о чуде с маслом. То есть, и пончики тоже не ели. Опять же, хорошо, был праздник обновления храма. Кстати, что интересно, некоторые историки считают, что обновление храма, описанное в Евангелии, это день в честь освящения храма, который построили после возвращения из Вавилонского плена, то есть так называемый второй храм. Ездра и Неемия. А есть мнение, что это обновление храма в смысле уже в Маковейский, то есть более поздний период, да? То есть это уже вот за 300 лет до Рождества Христова. Надо объяснить, что обновление – это означает освящение его заново, потому что храм был осквернен при Антиохии, при эллинов, которые вошли в храм, его святая святых и так далее. Да, это все действительно так. Ну, о масле и о чуде, вот что хватило масла на 8 дней и так далее, то, на чем ставится акцент сейчас в этом празднике,
А его нет. В первый день праздника Хануки зажигают центральную свечу, которая как бы не считается, да, Ханукия — это девятисвечник. Центральная — это как свеча, от которой будут зажигать все остальные. И зажигают, служебная, да. Шамаш — это служебная. Служебная свеча. И зажигают первую свечу справа. Во второй день добавляют к ней вторую, потом третью. Ну и так понятно, да, все дни праздника. Невозможно себе представить Хануку без вот этих девятисвечников, без ханукиот, которые люди очень красиво ставят в окнах некоторые, ставят у входа в дома. Естественно, что около синагог обязательно ставят, и даже иногда бывают ханукии прямо с настоящим таким вот огнем, да, прям как факелы такие полыхающие. Бывают как лампадки. У некоторых людей даже бывают электрические, которые зажигаются кнопочкой. Но это уже новомодно, это уже не то. Конечно, все стараются, чтобы был живой огонек. Ну, примерно так же, как мы с вами стараемся на Рождество, да, чтобы у нас тоже на столе были какие-то красивые живые свечи. На Западе очень принято. А бывает еще не только свечи, иногда бывает просто вот что... Лампадки. Такие лампадки, лампадочки, да, как маленькие стаканчики, такие как бы с фитилечками. Вот мой папа как раз именно любил на оливковом масле, вот там все как бы так красиво, он очень любил эстетику. И это очень важный момент, когда зажигают ханукию, то есть выходят на улицу, если она стоит у входа в дом, то выходят родители, отец, дети, шекет, ханукия, далекет, да, тихо зажигается ханукия, должны все молчать, отец читает молитву, зажигает очередную свечку. Кроме того, на Хануку, естественно, поскольку это праздник, связанный с маслом, принято жарить и кушать все жареное в масле. Отсюда пончики. Немножко подождите, мы вам сейчас покажем, что это такое в Израиле. А пока вот я опять к своему вопросу возвращаюсь. Почему возник акцент, что праздник обновления храма, который, как мы понимаем, древний, существовал до Христа, как возник акцент, что нужно именно вот это чудо с маслом вспоминать в этот день, и больше всего акцент вот на это масло и на ханукию, чем на что-либо другое? Ну, я думаю, что масло... Это не случайно что-то такое. Это действительно связано с символикой храма. Надо понять, что елея помазания, которое у нас есть сейчас в православии, миропомазание, елея помазания, освящение елеи, это все вещи, которые, естественно, существовали в церковной, не только в синагогальной, в церковной еврейской практике. И естественно, что праздник, который связан с обновлением храма, масло будет играть там тоже важную роль. Mm-hmm. Масло в наши дни это холестерин. Холестерин и вред, и все. Древние об этом не думали. Но в древней культуре масло это здоровье, это жизнь, это богатство. Это самая главная жертва, кроме животных или кровь, которую можно отдать. Это чудо, которое создает свет. А свет изгоняет тьмы, значит, вот если масло – это источник, который дает питание для пламени, для света, естественно, это имеет священный смысл и чудо, что вот действительно вот умножилось это масло, это как бы вот, ну, в принципе, ну, увы, как бы почти все еврейские праздники – это победа над врагами, и то, что евреи смогли сохранить свою истинную, вера, связь с Богом и преодолеть какие-то гонения. И отмечают это тем, что очень много надо кушать. Прости, пожалуйста, но именно здесь-то как раз и главное не чудо с маслом, а победа Иуды Маковея, победа Хасмонеев. А вот как раз на этом акцент никакой не ставится. Акцент ставится на чуде с маслом. Ну да, вот потому что я это объясню почему. Потому что несмотря на то, что Маковей вот в нашей христианской традиции и в сионизме, когда пытались создать какую-то национальную, патриотические такие образы, Маковеи стали почитаться. Однако, если мы смотрим на раввинистического иудаизма, у них очень-очень сложное отношение к Маковеям и к Хасмонеям. Маковеи впоследствии ведь стали царями, и они основали династию Хасмонеев. Надо здесь пояснить, Маковей – это прозвище от слова «мака» – «удар», то есть что они дали отпор, удар. А Хашмонаим, Хасмоней, ну это как фамилия, наверное, да, так можно выразиться. То есть они основали царскую династию. Так и что? И плохо к ним относились? Дело в том, что Иуда Маковей и все его братья, они действительно боролись против
эллинизация. Это было как вам это объяснить? Это то же самое, как сейчас говорят, глобализация. Как культура, которая в Нью-Йорке, в Берлине, в Лондоне, в Москве сейчас. Вот глобализация, англоязычности, все. То есть Иуда Маккавей антиглобалист. Антиглобалист, фактически. Да. Но этот антиглобалист, именно из-за его антиглобализма, он создал династии, и эти династии потом стали как раз главные проводники эллинизма среди израильтян. То есть это так... Да, то есть они выполняли функции Василевса, то есть они стали просто обыкновенными греческими царями. Потомки. Грекоязычники, грекоязычные, то есть Иоанн Гиркан, он был грекоязычный, и так далее. И они способствовали потом приходу к власти царя. Ирода, который не был из их дома, но из-за того, что Иоанн Гиркан и Александр Янай увеличивали территорию Иудейского царства, они смогли завоевать идумеев, а идумеи приняли иудаизм для того, чтобы присоединиться к этой новой власти, которая появилась. И среди этих идумеев был и отец Ирода, и они стали промыкаться к ним. Потом появилась еще Римская империя, и Ирод и его дом всегда хорошо ладили с ними. Так получается, была гражданская война сейчас между братьями Хасманеями, они стали убивать друг друга. Народ израильский требовал, чтобы римляне вмешивались. И вот появились римляне на святой земле. Получается, и греческая культура, против которой вообще восстали, это резон, почему вообще Хасманеи появились. Вот этот дом Хасманеев, они стали главный проводник. Кому интересно, кстати, у меня есть отдельная лекция об этом на нашем сайте. Да, на Топусе. Можно в записи смотреть и слушать лекции Рафаэла по истории Иерусалима. Друзья, те, кто ждут продолжения, оно будет обязательно в ближайшее время, но предыдущие лекции на все эти темы там есть. А я почему тебя стала перебивать? Потому что для меня в голове сложился пазл. Получается, что и партия Саддукеев, которая, как известно, была в полной дружбе и с римской властью, естественно, с Иродом, она тоже относится к плодам хасманейского правления. Они создали новую элиту, церковную элиту. И надо помнить, что хасманеи выполняли роль и жреческой, они были священники, еврейские священники и царями. И они требовали поклонения, так же, как все остальные цари, которые были на эллинистическом востоке. Языческие цари. Да, и они относились, хоть они были евреи, но это сложно объяснить. И поэтому народ, это не то избавление, которое народ израильский ждал. То есть они уважали своих царей, но они ожидали человека из рода Давидова, они ожидали мессия, машиах, а хасманеи никаким боком, они не то что мессианской роли у них, они даже на это не претендовали. Так что, конечно, народ стал недоволен, и появились разные... Я бы не люблю это назвать секты, хоть ученые называют секты, но разные интерпретации, разные общины, разные партии, фактически. Разные храмы, были альтернативные храмы, были некоторые, которые сказали, мы в этом храме вашем, в Иерусалиме хасманейском, мы не пойдем больше, потому что они чувствовали, что там уже неправильно, понимаете? Но даже и фарисеи, которые, в принципе, фарисеи, они ходили в храм, молились в храм. Александр Янай был гонитель фарисеев, Поэтому, естественно, раввинистический иудаизм, который возникл от фарисеев, они не могли отрицать факт, что хасманеи действительно очистили храм от эллинов, но сделать из них какой-то культ героев нет. А если чудо, это от Бога, и он сделал, чтобы было масло, и акцент на победу, на какую-то абстрактную победу света над тьмой, это хорошо. Надо немножко здесь тоже пояснить тем, кто не так глубоко в теме, что саддукеи и фарисеи, которые описаны в Евангелии, часто пришли к нему саддукеи и фарисеи. Иногда простой человек думает, что это что-то такое одно целое такое плохое, то, что против Христа было. Это тоже ошибочное очень представление, очень такое плоское и очень примитивное. Потому что саддукеи и фарисеи совершенно разные партии.
Хотя среди фарисеев были богатые, но все-таки в основном фарисеи это был средний класс, а саддукеи это была элита. Соответственно, саддукеи, они очень на большие компромиссы шли со светской властью и с Иродом, и с римлянами ради достижения своего финансового и прочего положения, да? А фарисеи, они все-таки, хотя Христос и осуждал их, да, за их фарисейство, вот именно внешнее благочестие, но все-таки они родили о благочестии. И надо сказать, что формально, если говорить по земной своей жизни, да, по человечеству, Христос принадлежал к фарисеям, конечно, и апостолы, и все. То есть Христос, если как человека просто его расценивать, не учитывая его божественности, что он первосвященник по чину Мельхиседекову, то он был раввинский, он был фарисейский раввин, то есть раввин от фарисеев. И апостолы были из фарисеев, поэтому там были праведники, там были те, кто действительно хотели исполнять закон. Поэтому они не поддерживали хасмонеев, и в празднике обновления храма они никак не могли ставить акцент на победу хасмонеев. И особенно это выразилось вот уже после Рождества Христова, после всего они сделали акцент на чуде с маслом. Во времена Христа явно это чудо не праздновалось и не рассказывалось, потому что иначе бы в Евангелии, ну, какой-то намек бы где-то бы был. То есть акцент, в принципе, вот на то, интересно, что на народ Израиля, не на какой-то конкретной династии или не какие-то правители, а также на том, как, то есть, когда зажигаются вот эти свечи, поют гимн довольно поздний, средневековый, «Маоз Цур Ешу Аты», то есть источник моего спасения, это как бы... И там описаны все разы, как народ израильский был на грани вот уничтожения и потери всего, и Бог чудесным образом помог. И поскольку это вот, если кто-то хочет вообще понять как бы психологию, религиозную психологию, вообще менталитет евреев, это всегда вот ощущение, что ты... меньшинство, что ты гонимый, что вокруг тебя враги все время, и постоянно есть опасность, что будут тебя или твою религию уничтожить, и как бы полагаешься, что Бог как бы тебя поможет. Поэтому, когда сейчас евреи сжигают свечи, они не только думают о Хасмонеев, они думают про фараон, они думают про Антиохию Эпифании, они думают, я не знаю, про Гитлера, ну, конечно, они думают про инквизиции, и, конечно, они думают про вообще христианскую церковь, которая хотела всех крестить или уничтожить, или там я не знаю чего, и поэтому также плохое отношение тоже, это нам как христианам надо понять, почему существует вот этот страх, то есть как бы это вполне реальный страх, как бы, хоть сейчас я думаю, что вряд ли есть такой опасности, но все равно в голове, как бы, у людей это вполне есть, поэтому иногда нервные отношения к другим, агрессивность, ксенофобия, это на основе того, что несмотря на то, что еврейство сейчас это, в принципе, Израиль это очень большая держава, и с ядерным оружием и так далее, но тем не менее люди чувствуют себя бедный, несчастный, который в любой момент придет какой-то великан или фараон. Антиох Эпифаний очередной, ну да. Ну, а вот очень здорово, что мы сейчас разложили все это по полочкам, но теперь все-таки я хочу... А зачем хочу... это христианину надо, вот, это непонятно. Вот, вот, ты читаешь мои мысли, как всегда, у нас телепатия, не обращайте внимания. А зачем это нужно все-таки христианам? Я имею в виду, умозрительно мы поняли, что оно не нужно, да? Ну, если так вот грамотный христианин разберет, что за праздник Ханука. Потому что нам вредно чувствовать себя постоянными, меня... гонимыми, постоянно униженными. Связи никакой у меня лично нет с этим праздником, да? А тем не менее, христиане любят этот праздник. Мало того, в таких странах, как, например, Канада или Америка, даже существует понятие «Хану Крисмас». «Хану Крисмас» – это «Ханука» с Рождеством перемешанное. И многие даже евреи, живущие там, ну, светские евреи, да, они ставят на одно окно ханукию, а около камина елку. И совершенно спокойно, потому что они говорят, мы не верим ни в Бога, ни в Иисуса, ни в кого, мы считаем это праздник света. Это зимний праздник, да. И вот тут, если мы с вами обратимся к язычеству, то мы увидим, что во многих культурах существует праздник света. Именно зимой. Именно зимой. Ближе к дню зимнего солнцестояния, да, когда в европейских странах холодных уже темнеет в 4 вечера, темно. Праздник Юл называется. И холодно, да. Расскажи. То есть это древний, древнейший европейский, языческий, но европейский праздник.
зимний, день зимнего равноденствия. Да? Равноденствие, да. И когда именно наступает самый большой холод, самая большая тьма, именно там, в этой как бы тьме, в эту тихую ночь рождается новое начало, светлого начала. Это не обязательно отождествлять с Христом или что-то, светлое существо. И вот это праздник света, который, конечно, очень много из этих обычаев продолжается в христианство. А поскольку евреи также жили среди немцев и в Европе, и среди всех этих народов, они осваивали это. И получается, у язычников есть свой праздник света, у христиан из язычников тоже есть праздник света. А у евреев, живущих среди христиан, тоже есть праздник света, только они там не ставят там елку и крест и так далее, или изображение Христа. Они ставят образ Иерусалимского храма. И это праздник света, который изгоняет тьму. Да, не украшают дома гирляндами, хотя некоторые украшают, вешают в саду лампочки, но так же, как мы на Рождество, но все-таки главное это ханукия. Ну, а у христиан елка с огнями, опять же, тоже со свечами. Кстати, в Северной Европе, я когда-то читала, в Швеции, Норвегии, вот в этих странах есть День Святой Лючии, когда в декабре, я вот сейчас не буду врать, 6-8 декабря, ну, в общем, в те же дни, что Ханука обычно выпадает примерно, когда выбирают девочку с прихода, надевают ей на голову венок с настоящими свечами, и она и другие с ней девочки в белых платьях ходят по домам, поют специальные песни, угощают всех печеньем дома испеченным, да, вот такой праздник, несут как бы свет и утешение в дома, когда большую часть суток ночь в этих странах, и холодно, и все это очень мрачно. И вот поэтому, наверное, христиане, чувствуя что-то такое родное вот в этом празднике света, ну, понятное нам, да, его и любят. Кстати, на Западе есть традиция, да, адвент, это месяц до Рождества, каждую неделю зажигается очередная свеча. Некоторые даже ставят на стол большой венок, 4 свечи, и каждую неделю зажигают очередную свечу до Рождества. Вот ханукия мне всегда тоже напоминает эту традицию очень сильно. Ну и, наконец, the last but not the least, последние, но не менее важные, пончики. Ханука, друзья мои, это смерть в фигуре, потому что весь Израиль превращается просто в какой-то дом сказочной волшебницы, где кругом расставлены подносы с невероятно вкусными пончиками. Эти пончики – это произведение искусства. Здесь главное, конечно, дизайн. Я вам скажу по секрету, по вкусу, нет, они вкусные, но если мы вспомним наши московские пончики или питерские, там, по-моему, пышки их называли, да, в Питере, а классический пончик, он более мягкий, он более такой сочный, он немножко другой. Здесь они более хлебные, такие европейские пончики, но зато дизайн. Вот вы понимаете, вот этот шедевр наверху, глазурь, сбитые сливки. Кстати, это тоже, относительно новая вещь. У меня в детстве вот эти пончики, то, что называется, кстати, их называют на идише тоже пончики, на иврит их называют, на иврите они называются суфганиот. Суфганиот – это вообще от греческого слова спонго. То есть спонгос – это как губка, да? То есть любая лепешка, которая жарится вот в масле, так и называется. Но у нас в детстве были самые обыкновенные, простые такие суфганиот, как бы, только суфгания вот такая, и внутри просто варенье. Все. А вот все эти изделия, которые мы сейчас видим – это появилось, я думаю, какие-то 15 лет назад, то есть их не было. Да, я помню, когда были простые пончики с вареньем, два вида было, даже в 94-м, 95-м, с вареньем и со сгущенкой внутри. Но это тоже не простые, Рафаэл. Самые простые у нас в Москве, в пакете промасленном, просто жареные в это масле вообще, колечки. Скорее всего, немецкая вообще рождественская как бы вот сладость, конечно, которая называется берлинер. То есть это по-славянски пончики. Да? А на идише пончкес. Да. Так и называют, потому что слово суфгания, это греческое, заимствованное тоже, тоже не натурально. На самом даже языке иврит, в принципе, пончиков как таковых нет. Но вот интересно, что слово суфгания придумал Давид Ялин в 1896 году. Так что это абсолютно нововведение, но без которого уже Израиль, в принципе, жить не может. Правда, в Северной Африке есть такая разновидность, которая называется сфиндж. Очень вкусная, это совсем простое, как бы без никаких добавок,
это именно в Марокко, в Алжире, в таких местах. Ну а еще ханука – это причина потусоваться, потанцевать, поплясать, покричать песни, при том особенно для религиозных евреев, евреек, которые обычно на такие мероприятия как бы не ходят, да, а здесь это как разрешена, вот эта радость, ну как и в Пурим, да, вот два раза в году есть такие дни, когда шумные такие, как дискотеки даже, да, допустимы на улице, ну днем, конечно, все это пойдет с детишками, но тем не менее. И вот такие зажигательные песни. Ине губа, ине губа, ине сиба, лима сиба. Вот он идет, вот он пришел, вот причина для веселья. Ине зеба, да. И вот такие вот зажигательные тетеньки полурелигиозного вида выступают на разных общественных площадках. И вот это ханука. Очень шумно и очень вкусно, короче. Не, ну у светских израильтян есть эти очень даже, я бы сказал, пошлые такие... спектакли для семьи, для детей, как бы, вот, называется фестигал. Мне в детстве никогда не брали на эти мероприятия, но это обычно вот такие детские телевидения, как бы, вот есть такие звезды, молодые звезды детского телевидения, и они как раз во время ханука зарабатывают свои большие деньги, потому что они ставят специальные такие очень популярные для детей на очень такой, как бы, простом уровне, спектакли, и родители все берут своих детей. Это не для религиозных, это более, я бы сказал, для светских израильтян. А религиозные израильтяне, ну что, приезжают к стене плача тоже из разных городов, побывав хотя бы один раз во время ханука в Иерусалиме, это необходимо, поэтому, несмотря на обстоятельства там с болезнью, все как бы приезжает сюда немало. В этом году было столпотворение, друзья мои, на Хануку. Опять же, вот мы иностранных туристов, ну, практически в стране не видим, вот если честно. Страна закрыта еще. Даже до того, как ее закрыли, их что-то очень мало, но вот местные, конечно, на Хануку у нас прямо было, ну, действительно, просто толпы были на улице, в центре, в старом городе, у Явских ворот, и... вот как бы это такое гуляние, время отдыха, и все стремятся, конечно, приехать в Иерусалим обязательно, потому что здесь и пончики можно особо вкусные поесть, и к стене плача заодно сходить. Не, ну я думаю, у нас кафе более такие интересные, руладин там всякие. Руладин по всей стране. Да, руладин самые вкусные в мире пончики. Ну вот, а мы, как всегда, естественно, на Хануку были у свекрови. Она у нас не сильно религиозная, но традиционно, как бы, да, праздники, на праздники собирается вся семья, зажигали ханукию. И, конечно, тоже ели пончики, еще обязательно готовят оладьи картофельные, жареные в масле. Да, в общем, все, что угодно, жареное в масле. Вот, все надо есть с маслом. Ну, после этого надо, наверное, часа два ходить пешком, чтобы как-то оправдать съеденное. То, что мы и делали. Что и по пути делали. Мы вам тоже показывали очень красивые. Вот где мы и наснимали красивых кадров. Ну вот, дорогие друзья, на этом сегодняшний наш познавательно-развлекательный выпуск закончен. Мы обещаем не пропадать, несмотря на все сейчас очень такие бурно переменчивые обстоятельства нашей жизни. Мы будем на связи. Мы приглашаем вас на наш сайт Топос. Тем более, что специально к Рождеству у нас для вас потрясающая новость. Уже многие знают, кто аккуратно читают мои посты во вкладке «Сообщество». Мы наконец-то открыли интернет-магазин Топос. То есть теперь вы можете не только путешествовать по Святой Земле виртуально, но и приобретать любимые святыньки, иконы, крестики, рождественские вертепы, рождественские игрушки, посуду замечательную из хеврона, хевронская керамика и стекло. То есть все то, что вы любили, дорогие мои, привозить, когда я была вашим гидом, когда вы приезжали к нам, и многие мне писали и просили, а нельзя ли будет через вас купить иерусалимский ладан, а нельзя ли через вас маслица от гроба Господня каким-то образом заполучить. Вот теперь все это возможно. На сайте есть раздел «Дополнительные услуги», где можно освещать, вы можете заказать у нас освещение на гробе Господнем ваших покупок. Только, пожалуйста, учтите, мы освящаем, то есть прикладываем, благословляем на гробе Господнем только иконы, кресты, то есть не тарелки, чашки, кружки. Вот мы только церковные товары, да? И также заказать у нас обжиг свечей от благодатного огня. Там символическая совершенно стоимость, ну, потому что вы догадываетесь, наверное, что нам приходится брать сотрудника, который будет ездить и все-таки это делать. Да, все своими двумя ручками мы все физически не можем успеть. Но цена очень-очень умеренная. И кроме того, друзья, вы теперь можете через наш интернет-магазин Топос,
через раздел «Дополнительные услуги» на сайте подавать записочки ко гробу Господню, в храм Рождества Христова, гробницы Божией Матери, в лавру Святого Саввы Священного и в Спасо-Вознесенский монастырь на Елеоне. Мы ограничились вот только этими местами. Это связано с тем, что мы берем на себя 100% обязательство в течение 7 дней ваши записки доставлять. Это связано с многими факторами другими, не будем подробности. Вот мы пока только вот в эти 5 мест. Мы там можем быть абсолютно уверены, что вас действительно будут поминать. Можно заказать и 40-устые там, где заказывают. Внимание, на гробе Господнем 40-устов нет, друзья мои. Вот кто бы вам что ни писал, не рассказывал, не рекламировал, мошенников очень много. На гроб Господень на сегодняшний день можно подать только записку разовую о здравии, о покаянии. Вы можете набрать в Google поиске интернет-магазин Топос, вам вылетит. Или в описании к этому видео я ставлю, ну, как всегда, прямую ссылочку. А те, кто посетители нашего сайта «Клуб путешествий Топос», смотрят видеоэкскурсии, гуляют с нами по всему миру, так у вас на главной прямо стоит картинка «Переход на магазин». Да? То есть вы уже наверняка и были, и видели, судя по тому, что заказы уже идут, многие люди уже и так поняли, увидели сами даже. Вот такая потрясающая новость. Цены у нас очень и очень умеренные, я скажу так, самые низкие из возможных. Кроме того, есть также товары в магазине из Белоруссии, и из Грузии. У нас там есть партнеры, которые будут только обогащать свой ассортимент всяких... Ну, в основном наша концепция какая? Местные производства небольшие и народные промыслы. Вот нас не интересуют товары из Китая, да, которые делает белорусская или израильская фирма. Нас интересуют произведенные на этой земле и несущие дух места. Да? То есть вот магазин не берет все подряд. Мы очень выбираем специфически, что мы будем предлагать вам. Ну и цены, конечно, разумеется. Вот, так что загляните, посмотрите, к Рождеству вы успеете. Мы доставляем в любую точку мира. И доставка, все цены на доставку, во-первых, в корзине, когда вы сложите товары, вы просто увидите доставку отдельной строкой. Во-вторых, если вы хотите заранее ознакомиться с тарифами доставки, заходите на сайт магазина, жмите в меню «Доставка» и читайте. Вся информация абсолютно прозрачна, это все не мы, доставка, это почта, собственно, да, мы тут ничем не виноваты, и сколько почта берет, мы посылаем заказной посылкой для того, чтобы она не терялась. Ну вот, я надеюсь, что это хороший подарок вам к празднику, что вы обязательно чем-то найдете и себе, и своим близким, но не только к празднику, вообще всегда. Обнимаем, сердечно благодарим за внимание и обещаем выходить в эфир как можно чаще. До свидания. До свидания, всего хорошего.